Ну что, господа, первые сутки перемирия прошли, в кавычках. Перемирие продержалось ровно 3 часа, после чего они попытались прорваться в аэропорт. Запустили технику. Технику мы запустили, замкнули и уничтожили. Уничтожил один бетер, 10 человек. После чего начался тяжелый артобстрел. Он велся с 3 сторон по очереди сначала. Со стороны Песок минометный обстрел 120-ми минометами. Со стороны поселка Опытного работала артиллерия тяжелая, грады. Со стороны Авдеевки работала батарея Д-30 и батарея Д-152 пушек. Это продолжалось до 9 вечера, пока мы их не начали подавлять все это. Мы подавили всю артиллерию, которая по нам работала. В данный момент вы можете слышать на заднем плане, что такой же артобстрел происходит, я понимаю, в сторону шахты, ближе, которая находится к Пескам, как она называется? Скачинского. Под шахтой Скачинского. Там стоит батальон «Восток», наверное, как всегда, производится по ним обстрел. Так что перемирия нет, она продолжается.